Еще накануне с трудом, но можно было попытаться проехать в сторону поселка Пригорное на территории Новотроицка. Однако на момент подготовки материала вода уже затопила метров 300 проезжей части. Пытаться преодолеть водный барьер не стоит. Напомним, ранее с целью безопасности дорожного движения до особых распоряжений движения транспорта на участке дороги от улицы Фрунзе до села Пригорное и поселка Крык-Пшак в районе двух мостов было закрыто. Проезд возможен через объездную дорогу.